Всем привет, ребята, с вами Юля, и это видео я посвящаю американским вкусняшкам. Я съездила в магазин, нашла что-то необычное, откопала, можно так сказать. Я еще даже этого не пробовала, поэтому в этом видео я буду это все пробовать вместе с вами. Вы будете видеть мою реакцию, как же это все-таки выглядит. Понравится мне это что-то или нет. Допустим, лакрицу я никогда не ела, и мне очень интересно, какая она на вкус. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и давайте начнем. Ну что, начнем мы с лакрицы. Я купила два вкуса, то есть первый вкус — это вот такая лакрица со вкусом клубники. Я даже не представляю, что это лакрица. Наверное, это что-то похожее на желе, я понятия не имею. И второй вкус я купила, как я поняла, это просто обычный вкус. Я почитала состав, тут написано какой-то сироп. Начнем мы с черного. Неровно открыла, ну да ладно. Пахнет кленом каким-то или, знаете, очень сильно пахнет сиропом. Были маленькие, нам давали сироп от кашля, это оно. Вот сироп, это прям стопудово. Какой-то, ну, рафен, вот что-то такое очень похоже. Вкус неплохой. Консистенция просто ужасная. Да, на самом деле больше от лакрицы. Вот это мне не понравилось ни капли. Я даже есть ее не буду. В общем, кто хочет, я отправлю. Звоните. Надеюсь, вот эта лакрица будет вкуснее. Халк. О, это пахнет уже вкуснее. Там вот такая вот куча всего. Они выглядят точно так же. Вот это намного лучше. Я даже скушу второй раз. Боже мой, что с моим языком? Консистенция такая же, не очень приятная, но вкус намного лучше, поэтому плюс-минус. Это лучше. Дальше я купила печенюшки, мне кажется, так можно их назвать, с начинками. В Америке они очень популярны, все дети у нас на ланче едят эти печенюхи. Они выглядят вот так. Они называются Pop-Tarts. И этот вкус с голубой малиной. Я никогда не пробовала этот вкус, там вообще еще был с арбузом. Но я такая думаю, да ну нафиг, это вкуснее, поэтому я купила именно это. О. Никакого запаха. Вот так вот они выглядят. Они в такой фольге. Хотел сказать фасоли. Неплохо. Вау. Главное не сломать, потому что они очень хрупкие. Я всегда их ломаю. Вот так вот они выглядят. Кстати, как на картинке. На картинке в жизни. Я вам скажу так, я кушала Pop-Tarts только с обычной малиной, с розовой малиной. Голубая ничем не отличается. Элли. Смотрите, кто у нас тут есть. Это мой Сайка. Это мой пёсик. Элик. Она стесняется камеры. Я только что пыталась с ней сделать фотку, она стесняется. Видите, как она только слышит что-то? Это камера просто. Да вы посмотрите на ее глазки. У меня нету еды, Элли. У меня нету еды. Ребят, походу видео про вкусняшки прервется. Мне придется дать все Элли. Видишь, вот-вот, смотрите, смотрите, она хочет. Она очень любит смотреть в окно. Я извиняюсь за этот маленький неплановый перерыв, но также почему-то все блогеры бьют вот именно эту воду в своих видео. Они думают, что это классно. Особенно американский блогер, то есть я не понимаю, почему они пьют, она же совершенно обычная. Ничего никакого вкусного нет. Абсолютно не понимаю. Обычная вода. Кстати, на ней осталась моя помада. Покажу, это мое самое любимое из всего того, что я вам показывала и буду показывать. Это вот такие прекрасные булочки, так, наверное, можно сказать. Хлебцы. Как-то так. В общем, внутри находится peanut butter. Как сказать по-русски?
арахисовое масло, вот. Мой русский, куда ты улетаешь? Я обожаю это есть с чаем, с кофе, ну кофе я не пью, и с какао. Вы только представьте, какао. На него зефирки. И сверху... Это же просто нереально. Давайте мы откроем и посмотрим, что же это такое. Божественно пахнут. А, вот. Господи, как же они пахнут арахисовым маслом. Вот так вот они выглядят. Это, знаете, как мякушка хлеба. Покупаю вот это вот все просто коробками. Это я купила маленькую версию. Существует еще огромная. Я вам покажу, наверное. Вставлю картиночку. Надо разогревать в микроволновке. Поэтому давайте сейчас с вами пойдем. Разогреем микроволновки, и вы увидите начинку. Мы открываем микроволновку, засовываем нашу прелесть и ставим на старт. 30 секунд вполне нормально. Готово! О боже мой! Боже мой, как же это вкусно, ребята! Следующая вещь будет не только вкусняшка в Америке, в России тоже. Я знаю, что в России многие любят эти печенюшки. А, все догадались уже, о чем я. Это печенюшки Орео. Я взяла самую маленькую, потому что я не очень их люблю. Я не понимаю, почему люди их все любят. Почему их все едят. Это вот обычное печенье. Просто не понимаю. Обычное печенье. Ни для кого не секрет, что здесь у американцев много разных вот этих, знаете, сухих завтраков, которые вы просто заливаете молоком, и это будет ваш завтрак. Медовые колечки, шоколадные шарики, медовые хлопья с орехами, что-то непонятное с зефирками, хлопья с изюмом, шоколадные цветочки, какая-то коробка с чем-то. Короче, тоже хлопья с молоком. И это все находится в моем доме. Орео и M&M's. Это йогурты, то есть... Это йогурт с Орео. Сверху посыпка для Орео, снизу йогурт. Все. Йогурт и сверху посыпка M&M's. Теперь я знаю, что буду брать в школу на ланч, потому что у нас в школе мне не очень нравится еда. Там постоянно какая-то картошка, какие-то постоянно chicken nuggets. Картошка фри, и я такая, я не хочу толстеть, ребята. Поэтому я беру все из дома, я беру из дома фрукты, я беру из дома овощи, я беру из дома воду. И весь школьный день я пью воду, так что я пытаюсь не налегать на жареное здесь, потому что жареного тут очень много. Ну что, ребята, вот я вам показала все популярные американские сладости. И если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, потому что будут выходить много интересных видео. Спасибо за то, что смотрели меня. Я вас всех люблю. Хорошего настроения и пока.